Хоу-хоу-хоу, друзья, с вами Борода, и мы продолжаем серию видеообзоров на образовательную игру Music War. Итак, ребята, сегодня мы рассмотрим тактику боя, как происходят бои, какие вариации этого всего, и что вообще здесь делать, не будет ли вам скучно. Итак, для того, чтобы перейти во вкладочку «Бои», мы должны нажать на вкладочку в левом меню «Территория». Вот так вот оно все отображается, и что мы здесь видим? Вот эти вот восклицательные знаки, ребята, это ежедневные, даже не ежедневные. Каждый обновляется за определенное время, какие-то 2 часа, какие-то 10, какие-то день. Вот это все ежедневные задания, за которые даются неплохие плюшки. Что мы видим дальше? Эта карта разделена на 4 условных группы. И фракции, естественно. Урбаны. Далее идут меломаны, клабы и рокеры. И по цвету выделено, где чья зона. Как мы видим, на данный момент рокеры лидируют, то есть захвачено больше всего зон. Если мы видим разделение на зоны, значит, это означает то, что здесь есть клановые войны, здесь есть междуфракционные бои и, естественно, война за территории. Что уже плюс. Я такого давненько не встречал в браузерных играх. Это радует, ребята. Это разнообразие, это интересно. Далее. Нажимая на каждую из ячеек, мы можем в этой ячейке воевать. В зависимости от ячейки варьируется количество затрачиваемой энергии на бои и уровень противников. Дальше. Вот эти ежедневные квесты. Нажимаем на один из них. Вот, смотрим. Против нас идет соперник 4 уровня, за нас идет соперник тоже 4, и мы 5. Есть такая фишка. Нажимаем просить больше. И если нам повезет, он плюсует. Но при этом, ребята, уровень сложности противника возрастает. Мы просим еще. Вот видим, шкала возрастает, но может не повезти, и он ничего не добавляет. Но при этом его сложность уже возрастает. Рискнем еще раз попросим. Вот, видите, он добавил. Можно еще порисковать, но процент, как вы видите, уже таки возрос неплохо, на 56%. Ну что ж, давайте посмотрим, смогу я осилить его или нет. Так, идет загрузочка боя. Ребята, бои проходят автоматически. Здесь идет хорошее музыкальное оформление и все прочее. То есть можно посмотреть, скучно не будет. Довольно-таки интересно, как я ранее говорил, бои проходят по типу Mortal Kombat, но без вашего участия. Чтобы это все не смотреть, можно ускорить, если вы дорожите своим временем. Вот, ускоряем. Мы побеждаем, получаем эту награду. Очень хорошо. Плюс мы получаем сертификат на дополнительные бои. Это очень хорошо, потому что энергия обновляется гораздо быстрее, нежели бои. Энергия, 1 единица энергии возобновляется за 5 минут, а 1 бой за 30. Ну, то есть, видите существенную разницу, да? Давайте еще проведем какой-то бой. Выполним какое-то задание. Так, время выполнения. Вот, например, ребята, пассивка. То есть здесь просто нужно подождать 1 минуту, и вы получите вашу награду. Ну что ж, ребята, на этом все. Как вы видите, довольно-таки широкий выбор того, что здесь можно делать. И это, ребята, мы еще не рассматривали вкладочки турниров и прочих боев. Боев в клубах и бла-бла-бла. Это все будет дальше в выпусках. Надеюсь, вам что-то понравилось, вы что-то подчеркнули для себя. Если нет, извините. Не забывайте, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос под этим видео. Я на него отвечу. Я сниму специально под вас этот видеоролик. А пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и до новых встреч.